Добрый день, дорогие друзья, с вами Гидеон, и сегодня мы будем играть сам. И да, я Лидик Грустрит. Лидик Грустрит. Так, в ганг. Назначит уровень, надо вести у нас. Так, второй игрок. Так, дальше, так, где идем дальше, так. Рома. Заходим у нас, значит, уровень 0. Игрок. Рокки Вейна мы третий уровень дали, потому что он... Это настоящий Рокки Вейна, ребят, настоящий. Да, настоящий. Я Лидик Грустрит, и меня зовут... Мой ник Гиден. Это значит переводится Гидеон. Сокращенно. Кутка ошибался насчет ГДН. ГДН не переводится. Так. Что я могу сказать? Гидеон, дай скайп. К сожалению, я лучше снимать буду. Лучше снимать, да. Так, сам ли плохой, собственно говоря, правда лагает чуть-чуть, когда, блять, я, да. Так, наши друзья, собственно говоря, так. Не лагает, сука. А вот, все, вот, вот этот, так. Пункт назначения к нам едет. К нам едет пункт назначения, который, еба, 20 тысяч девушкам не пригласа, так, мы можем, поработать немного, так, шахтеры, дальнобойщик. Работа дальнобойщик, стоп, давайте лучше, знаешь, что... Грузчик лучше выглядит. Хотя я чё там говорю, грузчик у нас... Работа шахтеры, так, работа шахтеры, так. Чтобы получать работу, зайдите в это здание, переведите рабочую, на вашей карте появится чипор, идите на мешок. Несите мешок на склад и идите на чипушку. Когда отнесете нужно вам количество мешков, приходите в кассу зарплаты. Она находится рядом с раздевалкой. Ладно, окей. Спасибо за совет. Так, значит, нам пора бежать только, чтобы устроиться на работу. Я, конечно, Лидик Грустрит, но все-таки, да. Так, Рокки Вейн, не АФК. Хотя он мне в ВКонтакте пишет то, что я скайп там, блядь. Но я лучше сниму. Это будет лучше. Кстати, да, вы видите, что он меня вообще убивал через Непикинитовский. Денег у меня дохер, ищите, что сэс, да. Так. Вы хотите закончить работу? Переденьте с раздевалки, чтобы начать работу. Так, раздевалка у нас где, собственно говоря? Сейчас найдем. Найдем. В принципе, вот мы нашли раздевалку, да, переоденемся. И теперь нам нужно будет идти к нему, чтобы взять мешок. Теперь работаем. Нам надо работать. Рокки Вейн, так, тоже можешь работать. Так, собственно говоря, да, я что хотел еще сказать. Лидик Грустрит, принимая банду, сразу назначая со второго левела. А те, которые я знаком, очень, ну, те, которые меня очень знают, принимаются в третьем уровне. Да и партнеров принимают с пятого уровня зама. Так. Берем мешок и таскаем мы с вами. Так, тихо. Работу. Да, легко. Чтобы вот так делать. Не надо аккуратно это все нести. Иначе вон как у нас получится. У нас мешок упадет, вы понимаете, что-то обернется. Кстати, да, у нас тут еще многие игроки. Ложим и обратно. Мешков сосредоточено один. Сейчас рекорд побьем. Чуваки, погнали. Взяли мешок. Так, берем еще один мешок, блядь. Я прям не могу, я прям... обсираю прям, когда этот ударяю, да. Это как-то нелогично, то, что я... Уже много раз. Сколько мешков заработал? Надо посмотреть сейчас, истина. Так. Так. Собрано два мешка. Ёп, два мешка только. Окей. Привет, Рокки Вейн, как дела? Я тут работаю, если что, если ты... Причём, окей? Я снимаю, через что снимаю. Окей, я пошел пока. Берем мешок один, еще один. Блядь, я заколебался мешки брать, если честно. Мешок берем и идем сюда. И еще один мешок и принесем, и все, хватит на сегодня. Ну что, этот уж достаточно, наверное, будет. Ладно, все. Сколько мешок собрал? Собрано мешков 3. Ладно, идем переодеваться. Посмотрим, сколько заработано денег.
Так, игроки у нас слишком мало, где-то пятеро. А хотя север хороший, да, неплохой можно поход. Я не понимаю, почему рабочие носят с оружием. Какого хуя? Вот этого не понимаю, блин. Раздел. Так, стоп. Сюда нам идти. Так, касса, касса. Вот это получил зарплату, закончил работу. Вы получили 1500 за 3 мешка. Лоу, спасибо. Аудиос, амиго. Ладно, давайте-ка пойдем к нашему другу, Рок-Ивент, который я ему выдал. Третий, блин, уровень, Рок-Ивент, который, ладно, находится... ВКонтакте мне пишут там. Не, да не обращайте внимания, просто... Это... Так. Заходит игрок, а, ну, так мы можем его пригласить, если что. Помощь о работе, так. Да, я понял, так. Погода плохая какой-то, так. Что мы еще умеем? Так, радио, одежда. Одежда можем. Прекрасно, стоп, еще. Собственность, так. Дом. У вас не дома. Надо купить что-то. Так, рынок транспортный. Так, мини-рынок. Окей. Так, сейчас я. Так, собственность, не скин, так, очень не скин, дед-матч, так, дед-матч, что тут на дед-матч? Да, готовый гонт, МП5, М4, господи, дед-шот, точка, на высоте смерти. О, на высоте смерти! Очень хорошее место для того, чтобы выживание, так. Можно согласиться, так. Ладно, сейчас я, так. Анимации, какие у нас анимации доступные, так. Так, окей, так. Что у нас тут еще? Работы. Работа, шахтер, рабочий грузчик. Да, окей, заходите, что на север. Ссылку будет по скачиванию этого проекта. Так, давайте-ка. Настройки аккаунта, стиле боя, так, у нас будет. Так, собственность. Бля, у нас ничего нет, собственности нихуя нет. Хотя можно купить, Рокки Вен пришел к нам. Бля, он стреляет нас. Давайте-ка его представляем. Сос, я... Я сдаюсь. Так, так, сейчас, подождите. Так, подожди, надо... Так, так, да, бля. Help. Правильно, блядь, да? Основные команды сервера. Так, так, как не без так... Так, получается, радио...